Извиняюсь, народ, всем здорово. Ну чё, начнем заново? Вроде там какие-то дохренища обновлений было. Ну вот, глобальная кампания теперь появилась. Кампания 19 года закрыта. Но это мы играли. Давайте сейчас выберем себе страну. Вот этот более-менее такой мужик. Нет. Алмур, коммунизм, коммунизм, коммунизм. Социализм. Давай вот это вот. Блин, я из себя заковыречного делать не буду. Как есть, так есть. По дефолту. Сразу в каждом городе сделано подразделение. Так, мы здесь, да? Так там проще. Мы на острове. Ну, них у нас только бандиты здесь есть. Давай в каждом городе сделаем. По стандартному отряду. Также не так себе, конечно. Это сейчас потом, сейчас на острове порядки наведем свои. Ну, так понял, у нас ни машин, ни БТРов, ни БМП, ни танков, ничего нету. Хотя, в принципе, к пизду танки. Это надо будет прокачивать, открывать. Ай, блядь. Колца. Ну да, такое себе на самом деле. Как этот? Не помню, как, блин. Управление посмотрю. Забыл, блядь, пиздец. Нет, не то. Пармот, это вы. Как-то можно открыть этот режим, прям этот, чтобы всех видеть. Блять. Только. Телефон перезарядить. Чат. Старт. Ну заебись, ты мне подсказали, блять. Просто метод научного тыка. О, ем. Сэр, yes, sir. Affirmative. Sir, yes, sir. Roger. Sir, yes, sir.
Roger that. Yes, sir. Roger that. Yes, sir. Это сюда давайте. Roger that. Ничего себе, грибы здесь. Ну да, конечно, такой себе у нас, блядь, сброд. На армию регулярных хер похоже. Убили одного. Нихера себе бандиты, блин. Блять, у них муталыга нахуй. Муталыга, зушка нахуй, пиздец. Там хотя бы одну технику бы какую-нибудь. Хуй с ним, у нас РПГшники есть. Я так понял. Ну, здесь никто пока нас щемит, блядь. Погоди, стой. А нихуя у нас не появилось. Нихера себе, кого-то убил там. Ну пока только нас убивают, блядь, пиздец. Yes, sir. Чистое поле, конечно.
Хорошо же пошел. Так, у нас, а у нас, я не знаю, в резерве есть. Engaged. Техника все ломает, блядь. Engage the enemy. Был бы хотя бы у нас один бетер бы. Или РПГшники, минимум. Sir, yes, sir. Вот теперь надо посмотреть, как оружие менять, блядь. Бинокль, что-то присесть, понятно. Бросить оружие, огонь, карта, телефон, перезарядить. Ага. Количество не имеет значения, если никто. Отправим хер с ним. Мы сейчас добьем бандитов там. То, что остров надо зачистить, блядь, прям под самый корешок. И постепенно будем там развиваться. Чтобы срались, ну, блядь. Кто знал, что у этих... Я, в принципе, я знал. Там же показывают, что у врага-то есть. На нем все уже изношены. Кто у нас остался... 24-й, 7 батальона. Ага. Roger.
Бронетехнику батальон отправим. То, что у нас больше, это пока еще роль не играет. Пехота может и больше будет. А вот с техникой-то у нас проблема, блядь. Это надо сейчас создавать технику. Так, это что у нас? Блядь, это в самый последний момент лучше отправлять бронеавтомобиль. Roger that. Sir, yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Sir, yes, sir. Roger that. Yes, sir. Кругом возьмем. Полукругом. Roger that. Вон где остальные идут там. Да, знаешь, что сделаем мы с тобой? Yes, sir. Нет, прямо так. Давай, Джей. Roger. 8 человек. Yes, sir. Пускай здесь оборону занимают. Пока остальные сейчас подтянутся. Одеты такие прям хорошие уже солдаты, вообще регулярная армия. Дурак, хуй перед ухом то стреляешь. Одной пули нахуй просто был почину, я улетел. А все равно грузовике никого не было. Велика потеря. Open fire. Опять нас сейчас. Основных сил-то я не пойму, блядь. Ну ладно, это подбито. Sir, yes, sir. Yes, sir. Target eliminated.
хотя бы минимум в тигры какие-нибудь там, не знаю. Мотолыги, блядь, пиздец как нужно. Просто кладут тут дерево, что ломают. Вот пиздец, пиздец. Я худею. Блять, куда мне тут слушать, такой сын стрелять-то? Это брызги бред. Я вижу, но не падаю. Даже не регулярно, нихуя войска, блять. Это я не пойми кто. Ты где забрал страну, блять. Да ладно, блять, попал. Погоди, стой, блядь. Так, а тут у нас никого нету, блядь, и там никого нету. Sir, yes, sir. Roger that. Sir, yes, sir. Так, у нас третий. Третья рота балду пинает. Блять, сука. Enemy engaged. Погоди, стой. Там же нас сарайте эту урода. Третий отряд у нас, третий рот вообще балду пинает. Target eliminated.
кладу-то, блядь, как раз разогнался-то я. О! Что нам за победу-то дали-то? Плюшек накидали. И с другой стороны, народу потерял просто до ебени горы, блядь. Блядь, один отряд бандитов только разбить. А нихуя нам ничего не дали, блядь. Мы даже ничего не взяли, они просто сдриснули. Дипломатию трогать не будем. Производство. Нам тогда получается нужно... Что нам нужно? Блядь, патронов дохерища. Нет, сперва вот это, чтобы... Пускай сил набирается здесь этот батальон. Но... Нашел кого отправить-то, тоже пиздец. По сути, блин. Как бы войска-то есть, блядь, но толку-то с них. Ой, извиняюсь. Да ё-моё. Даже толком-то. Производство. 153 дня. Жилые дома. Как строится? Так, все у нас здесь. Давай и еще один батальон соберем. Седьмой батальон милиции. Еще хотя бы чуть-чуть армию накопим. Какую-никакую, как говорится. Ранних-то. Ну чем удобно, вот сейчас мы, у нас маленькая такая страна здесь. Ебать, тут просто 116 батальон, блять. 13, 50, 59, 100, блять. Либо мы себя здесь по чуть-чуть развиваем, и набираемся и идем тогда вперед вот эту захватывать. Пока вот у нас три города есть. Не, ни с кем пока ничего делать не будем. О, погоди. Так, у нас с ним торговое соглашение с тремя странами. Факт о ненападении у нас, блять, это пиздец, неудобно. Только просить. Проход через границы. Так, ну ладно, давайте сохраним на этом месте. Первый слот. Так, ну тогда на этом, наверное, серию мы закончим. Не знаю, зайдет, не зайдет. Это все зависит от вас. Ну, пока как-то так вот. Начал новую кампанию, обновление дохренища, всего нового много. Пока все, давайте, народ. Всем счастливо. До следующей серии, я думаю.